IT-компаний текущетан фада тузан ша сарану аварта фахождарканынан ураши кушен райды та программа IT-кабажи специалистан льгота и хуже ипотека райшинан. Афазма проценты барс фонзай фулдар куама мауа. Яга угоратты кредиты барсу ашташ милуан шому и натыта фарашт милуан шому онг. Дуамин дуунцы парамажма фонд канынс фонзай минахам кредиты раттын. Шаюмаяк барс дуошада сапор миллиард шому. Вице-премьер Михаил Мишустинын хаштам гашка аса ахуша мазалтан яшайрак хашу программа айтик абажы кушчетан хоржу аварта шаражын. Льго вот он ипотека и программа Сагати Раштона Наридаган Кушен Райдетта. Ипотеку по льготной ставке могут сотрудники IT-компаний в возрасте от 20 до 44 лет включительно. Организация должна быть аккредитована в Минцифры и не менее одного квартала пользоваться налоговыми льготами. И полный список работодателей, подходящих под данные условия программы, будет утвержден правительством Российской Федерации. Уже сегодня на долю республики приходится 17% от общего числа заявок на IT-ипотеку в СКФО. И, к нашему удивлению, счастью, число желающих воспользоваться госпрограммой стабильно растет.